Дорогая церковь, скажем слава нашему Господу. Мы имеем возможность сегодня исполнять ту заповедь, которую нам Господь оставил. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы приходим в церковь, чтобы учиться. И, может быть, я говорю об этом. Мы слышим слово, мы его принимаем и, соответственно, также поступаем. И знаете, у нас в нашей жизни, в христианской жизни, не всегда все бывает, получается, не всегда нам легко идти, но однажды Господь постучался в наше сердце, Он позвал нас, и мы пошли за Ним. И сегодня мы идем этим путем. И вот Бог даровал нам эту возможность. До этого дня мы дожили, и мы сегодня можем причащаться к телу и крови Иисуса Христа, вспоминая Его смерть и страдания, участвуя в жизни, получая эту жизнь. Жизнь... Знаете, сегодня, может быть, люди по-разному понимают эту жизнь. И, может быть, мы, как христиане, тоже по-разному для себя трактуем, что вообще такое жизнь. Кто-то, может быть, сегодня понимает жизнь материальную. В материальном достатке он говорит, это жизнь. Знаете, я сегодня говорю о той духовной жизни, о той жизни, которую подарил нам Господь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы уже имеем ее здесь, на этой земле, в наших сердцах, питая эту надежду на то, что однажды Господь придет на эту землю, и Он заберет нас. И знаете, мы, приходя к престолу Его благодати, как сегодня уже было сказано, получаем эту помощь, обретаем эту помощь, чтобы нам как-то идти, продвигаться за Господом. И мы учимся. Я хочу прочитать знакомое место, просто напомнить. Евангелие Иоанна, 15 глава. Вы знаете даже уже, кто читает, вы знаете, о чем здесь идет речь. И я хочу прочитать с первого стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Я не читаю дальше. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, вы... Часто слышали и проповеди на эту тему. Но я хочу просто сегодня напомнить. Знаете, у нас есть небольшой участочек, и там мы садим разные культуры. И вот я как-то привез от дядька саженцы виноградной лозы. И знаете, один сорт такой вот, он, как говорят, он мелкий такой вот, но очень сладкий. И я вот заметил одну особенность. Я иногда так вот, приезжаю, бывает, там, обрежу или что. И я заметил одну особенность. Знаете, я
привез вот этот, просто куст, там такой вот, одна лоза. Я привез ее и посадил. И она буквально на следующий год начала приносить плоды. И вы знаете, она так разрослась, очень быстро такие ростки пустила, что ну, просто нужно было обрезать. И на этих ростках даже появлялись грозди. Оно, ну, казалось бы, мелкое, но, знаете, оно очень быстро разрастается. И я даже каждый год как-то приходишь, и, но есть еще там, знаете, появляются сухие такие ветки. И я вот, вы знаете, так подумал, дорогие братья и сестры, я просто делюсь своим словом и для вас хочу поделиться. Вот на основании Слова Божьего Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви. Вы привиты на Меня. Вы питаетесь соками». Я, вы знаете, когда больше, глубже размышляя об этом, я так подумаю, когда Господь что-то меняет в моей жизни, когда Бог меняет мой характер, знаете, это не я, это Господь, это Его соки. Когда в моей жизни происходит какой-то плод или качество плода, скажем так, вот, которое записано там в Галатах, любовь, радость, мир, долготерпение, знаете, это не я. Иногда я могу себе это приписать, но это не я, это Господь делает во мне, если я питаюсь Его соками. И другой вопрос. Я заметил, на лозе находятся и сухие веточки. И такой веточкой могу оказаться и я. И эта веточка однажды когда-то росла, но она засохла, она перестала питаться, туда не поступают соки. Братья и сестры, может быть, сегодня это напоминание для кого-то и будет, ну, важным в жизни. «Пребудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во Мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Дорогие братья и сестры, знаете, я просто хочу сказать сегодня для каждого из нас, как апостол Павел говорит: «Я думаю, что вы в лучшем состоянии», но напомнить это хорошо, чтобы, может быть, где-то поправить свои светильники, а может быть, я уже та засохшая веточка. Я сегодня говорю на основании этого слова о нашем характере. О том, что Господь Духом Святым, Он что-то совершает и делает, и изменяет. И может быть, порой, братья и сестры, когда Бог производит во мне эту любовь, я не мог любить как-то братьев, сестер, но Бог производит эту работу каким-то образом. Знаете, любовь, радость, мир, долготерпение. Иногда, порой, дорогие братья и сестры, как произвести Господу в моем сердце это терпение, долготерпение, вот это качество? И порой Павел пишет в этом через скорби какие-то. Потому что, ну, мы люди такие, мы непослушные бываем. И он порой производит вот эту работу. И слава Богу, что он производит. Но вы знаете, дорогие братья и сестры, Церковь Божья, наша задача, как один брат, он проповедовал на эту тему, и он сказал: наше дело быть на лозе, наше дело принимать эти соки, питаться этими соками. И если я где-то, может быть, останавливаю этот процесс, я могу засохнуть. Вы знаете, вы не пробовали, как горят сухие ветви? Очень хорошо. Огонь пожирает очень хорошо. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, вот это вот коротенькое слово я хотел бы оставить в напоминание, чтобы мы сегодня подумали об этом. Может быть, я сегодня где-то начинаю роптать. Может быть, я где-то сегодня недоволен чем-то.
Недоволен той судьбою, которую дал мне Господь. Может, у меня сегодня чего-то не хватает. Возблагодарите Господа. Возблагодарите Господа за то, что сегодня здесь мы можем собраться, и мы можем принимать участие, мы можем принимать эту жизнь. Бог сегодня даровал тебе и мне эту возможность. Примите, едите, сие есть тело мое. Так же и кровь, сие есть чаша, завет. Бог заключил с нами завет. Он никогда нас не оставит, Он не покинет. Пусть твоя вера сегодня не колеблется, но чтобы вера твоя с истинными мотивами была. Вера есть осуществление ожидаемого. Осуществляй то, что ты ожидаешь. Мы сегодня можем очень многого ожидать. И мы как-то вчера говорили, мотивы сердца. Мои мотивы сердца, с какими сегодня мотивами я прихожу? Я могу сегодня прийти по протоптанной дорожке. Я могу сегодня совершенно по-другому прийти на это место, встретиться с Господом, услышать от Него слово, неважно. Может быть, оно будет звучать через проповедь, через песнопение, но я сегодня хочу услышать голос Твой, Господи. Что ты сегодня мне хочешь сказать? И я знаю, дорогие братья и сестры, я знаю и по себе знаю, когда есть какая-то нужда, есть какая-то проблема, то нужное и необходимое слово с этого места вы услышите. Вы непременно услышите то нужное и необходимое слово. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем пребывать в Иисусе Христе, и Он в нас, Его Слово принимать. Говорят часто, а как вот это вот сделать? Я понимаю это так и немножко поделюсь. Я слышу, читаю, например, Слово Божье, и для меня касается такое слово. «Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Я очень хочу увидеть Господа. Но здесь говорится так, имейте мир со всеми и святость. И я сегодня в этом пути работаю, в этом пути тружусь. У меня, я положил это слово сюда, я положил слово в сердце. Я хочу иметь мир со всеми. Не так, как, может быть, я пришел на собрание, отметился и не послушал, что здесь говорили, что здесь сказали, какое слово здесь звучало. Дорогие братья и сестры, может быть, я просто как забывчивый слушатель. Писание говорит, у Иакова записано, не будьте такими. Принимайте, и тогда в вашей жизни будут плоды. В жизни моей будут плоды, если я буду питаться этими соками. Если Слово Божье, оно будет жить в моем сердце. Если я буду об этом думать, а буду об этом размышлять и стремиться к тому, чтобы быть чище, чтобы любить церковь, любить братьев, Бог непременно в этом будет помогать. Он питает нас сегодня этими соками. Ибо без меня не можете делать ничего. Не смогу я без Господа, без Его соков. Я прочитал. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы». Я могу сегодня формально считаться христианином, формально принадлежать к какой-то церкви. Я как-то в прошлый раз немножко говорил, ну, раньше говорил об этом, что и задавал даже вопрос такой, «Приращаюсь ли я к телу Христову?» Это очень важно. Я могу сегодня быть членом церкви, но приращен ли я сегодня к телу Христову? Если я сегодня приращен, знаете, я действующий член в теле Иисуса Христа. Я исполняю определенную функцию. В моем теле течет кровь Иисуса Христа. Я очищаюсь, я освящаюсь, вернее, в теле церкви. Течет кровь Иисуса Христа. Я прихожу сюда, и я получаю это очищение. Я не противлюсь воле Божьей, не противлюсь Его Слову, когда оно звучит. Я его принимаю.
Я исполняю его, стремлюсь, по крайней мере, исполнить. И тогда, дорогие братья и сестры, в нашей жизни будет плод. Тот плод, который, через который прославится имя Господа. Потому что через нашу греховную натуру Бог не прославляется. Он прославляется через наши плоды, наш характер. Давайте мы об этом, вставши на ноги, помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, дорогой наш Господь, слава Тебе и хвала. Ты даровал нам эту возможность быть сегодня в этом собрании, сегодня исполнять ту волю Твою, ту заповедь, которую Ты, Господи, некогда заповедовал. Слава Тебе и хвала. И мы сегодня можем принимать эту жизнь. Я благодарю Тебя и славлю за эту великую возможность. И прошу и молю, благослови нас, Господи, чтобы мы, Господи, питались, Господь, Твоими соками, питались Твоим словом, Господь мой, Бог мой, чтобы, Господь, приходя на это место, мы искали лица Твоего, искали Слова Твоего для нашей жизни, чтобы нам, Господи, изменяться в нашей жизни, чтобы нам меняться характером нашим, Господь мой, Бог мой, чтобы нам приносить плод, чтобы прославилось имя Твое святое. Я прошу и молю, благослови каждого из нас, благослови сегодня принимающих, Господь, тело и кровь Твою, чтобы, Господи, мы могли осудить, где неправы, осудить себя, Господь мой, Бог мой, в этом неправильных поступках, грехах, и чтобы мы сегодня могли принимать достойно. Слава, хвала, честь, благодарение, поклонение. Будь прославлен и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.